Мелиорация приступила к плановым работам по расчистке оросительных каналов. Работы проводятся в селении Тбет. Каналы очищаются от мусора и зарослей. Параллельно рабочие срубают деревья. К работам приступили в начале недели. На участке задействовано несколько единиц техники. Аналогичные работы производятся еще в нескольких селах республики. Как отмечает директор учреждения, нередко возникают проблемы с техникой. Техника не тенктус, два эскалатор на мисме, два дарсте зарадта. Мосос еще хорс канам куска ясна канч. Надо как самосфальчук омаз, вин фехалди. Нам даже хорошо не хавиша мы сорозан я носус, и хавит хамеолостом жажакам. Это ищем кавер табун. По словам Вадима Хугаева, каналы загрязняют и сами жители сел. Они зачастую выбрасывают туда бытовой мусор. Хугаев обратился к гражданам с просьбой соблюдать чистоту и выбрасывать мусор в положенном месте. Мусор ему колут дома. И специальный бенат тасенис, масаурдам колут. Шамай, хайшеш дата дарвахиша харадат там шаванч, ивлда. Работы будут проводиться до начала сезона орошения. Агунда Губозова, Азамат Кудзев, информационный выпуск сегодня.